В библиотечном дворике собрались юные читатели, ученики начальных классов. Для них знакомство с домом книги началось с увлекательной игры, а также с песен и танцев. А чтобы мероприятие было еще интереснее, всем желающим на лица нанесли яркие рисунки – аквагрим. В современном мире, когда книги становятся электронными, один из основных способов поиска информации – это всемирная паутина, библиотека должна идти в ногу со временем. Именно так, проводя подобные мероприятия, в читальные залы можно привлечь больше детей, уверены организаторы. Родители, пришедшие сегодня вместе с детьми, узнают, что рядом есть библиотека, где дети могут провести время – и не только безопасно, но и с удовольствием. И, конечно же, с пользой для себя. Знакомство с миром книги продолжили уже в здании библиотеки. Ребятам рассказали, как устроено книгохранилище, как можно найти нужное издание, а также о литературных новинках. Подобные мероприятия в библиотеках уже стали традиционными. Их проводят каждый год. Следующее пройдет 17 сентября в библиотеке района КСМ. Праздник состоится в сквере около библиотеки. Начало в 12 часов.